Немецкий хлеб российскому потребителю 24 часа в сутки. Режим работы супермаркета уже повод его посетить. Семейное предприятие старается привлечь покупателей свежими и качественными продуктами. Мне нравится культура обслуживания. Она выражается не только в том, что люди, продавцы, работники относятся уважительно к покупателям, но и то, что оформление товаров производится таким образом, чтобы удобно покупателям находиться здесь. Нам очень здесь нравится. Здесь всегда чисто, всегда большой ассортимент, как бы клевый магазин. Заведующий Карл Эрнст Антлауф лично следит за порядком. Магазин каждый год увеличивает оборот на 20%. Здесь продают 350 тонн мяса в месяц. Количество, о котором в Германии можно только мечтать. Не секрет, что мы здесь для того, чтобы зарабатывать деньги, и у нас это очень хорошо получается. Рентабельность предприятия составляет почти 7%. В розничной торговле в Германии такое почти невозможно себе представить. Стройка недалеко от Москвы. Концерн «Глобус» строит новый энергоэффективный торговый центр. Супермаркет расходует столько же электроэнергии, сколько требуется для 250 одноквартирных домов. И хотя в России цены на электричество ниже европейских, сумма набегает немалая. В этом супермаркете мы намерены впервые реализовать новую концепцию энергоснабжения. Здесь планируется ежегодно экономить 7 тысяч тонн углекислого газа и 20 тысяч мегаватт-часов электроэнергии. Экономичные лампы, современная система вентиляции, которая использует уличный воздух, тепло от печей используется для обогрева здания. Таких супермаркетов в России будет 4. В следующем году предприятие намерено удвоить объем торговли и сделать это как можно экологичнее. В конечном итоге, благодаря экономии, мы сможем снизить издержки, а это, в свою очередь, отразится на ценах и, соответственно, на нашем имидже в глазах потребителей. Ведь они смогут приобретать продукты дешевле. Это для покупателей, конечно, очень важно. Идея энергоэффективности не играет в России практически никакой роли. Решающий фактор – цена на этикетке. И в этом российские покупатели супермаркета «Глобус» не особенно отличаются от немецких.